Представьте, пожалуйста. Меня зовут Инна Светлова. Мы сегодня отмечаем 10 лет ТВ «Шанс». Вы сюда пришли как участник или как гость? Да, я участник. Я являюсь участником канала ТВ «Шанс» уже более 4 лет. Вокал, хореография, моделинг, музыканты. А какие у вас таланты или хобби? Вокал. Я певица. Так как мы телеканал «Мода», зададим пару вопросов о моде. Вы считаете себя модным человеком? Относительно. Немного считаю, немного нет, не особо гонюсь за модой, ношу все, что мне нравится. Как должен выглядеть мужчина, чтобы привлечь ваше внимание? Он должен быть мужчиной прежде всего. Рецепт хорошего настроения для вас. А вы знаете, у меня абсолютно всегда хорошее настроение. Абсолютно всегда. Спасибо. Пожалуйста, не за что.